Назад немножко, да-да-да. И ваши аплодисменты, друзья, детская площадка «Загорянки» для вас открыта! Еще краше, еще интереснее. Универсальную площадку «Кораблик», построенную по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева, открыли в поселке Загорянский. Красочный городок с пристроенной песочницей появился во дворе дома 35 по улице Ватутина. Спасибо большое нашему губернатору Андреевичу Воробьеву. Эта программа идет уже 5 лет. И каждый год более 250 площадок по всей области делается. Вот уже в Загорянке вторая. Это только один маленький первый этап реконструкции военных городков. Буквально в этом году мы уже меняем полностью освещение, устанавливаем новые опоры, современное светодиодное освещение. На будущий год мы обязательно займемся перекладкой всех сетей. В центре площадки голубой корабль с мачтой, капитанским мостиком и штурвалом. С палубы спускаются три горки. Вокруг корабля островки с качелями, каруселями и спортивными тренажерами. Самая необычная игровая форма – веревочный лаз, больше похожий на гребень морской волны. По случаю открытия детворей из ближайших домов загорянские артисты устроили ребятам театрализованный праздник. Мне понравилось вот этот корабль, потому что здесь очень много Подарок от губернатора загорянцы приняли с благодарностью. Что раньше было на этом месте? Тут просто как пустая трава вот такая была. Обычная трава и ничего сделали более быстро. Того. Мы очень рады и хотим выразить благодарность просто за детей, за нас. Мы очень рады, спасибо. А тебе как? Для тебя строили? Мне очень тоже нравится. Площадка на улице Ватутина – это очередной подарок губернатора Московской области жителям Подмосковья. Площадка рассчитана как для детей самого малого возраста, так и взрослых. Здесь есть спортивные тренажеры. Ну, больше интересно вот турники, потому что я уже взрослый. Тренажеры всякие, как раз для меня, для подтягивания, для физической подготовки. Детский городок в Загорянском, 6-й по счету в городском округе Щелково, построенный в этом году по губернаторской программе. Ранее пространство для детского отдыха открыли на улице Текстильщиков в Афрянове, улице Космодемьянской и аллее Пролетарского проспекта в Щелкове, в деревне Протасово и поселке Литвиново. Михаил Налетов, Щелковское телевидение.